один из самых сложных этапов, которые, по сути, и определяют в большинстве случаев эффективность психотерапии, это столкнуться с самим собой и посмотреть честно на себя, и от этой точки уже отталкиваться, производить какие-то изменения. В связи с этим в психотерапии принято опираться в том числе на модель Арнольда Бейцера, который говорит про то, что любые изменения возможны при одном единственном условии, если человек честно себе признается в том, кто он есть на самом деле, а это самая сложная задача.